Улица Жолудева, 6Е. Кирпичный девятиэтажный дом построен в 1982 году. Придомовая территория чистая, но асфальт нуждается в ремонте. В доме 4 подъезда, входы в них в удовлетворительном состоянии, входные двери оборудованы домофонами. У дома есть скромная старенькая детская площадка. Места для парковки автомобилей немногочисленны. Недалеко от дома находится гипермаркет «Караван», остановки транспорта, рынок и другие торговые заведения, поблизости детский сад и школа. Общее состояние дома удовлетворительное.